5000 рублей в доход государства ежемесячно обязали платить по приговору Каркировского суда 33-летнего Владимира Крапивина за трагическую оплошность на охоте. В декабре прошлого года он в компании трех напарников отправился добывать по лицензии лося. Выслеживали Сахатова в 55 километрах от поселка Студенец Усть-Тумского района. Компания этих охотников, она сложилась стихийно, быстро. Несмотря на значительный опыт, учитывая то, что они не работали в команде, не знают своих охотничьих привычек каждого из участников этой команды, в таком вот составе и коллективе надо быть крайне осторожным. Однако, ну, потеряв бдительность в торопях, произошел вот такой несчастный случай. Один из охотников, видя небольшое колебание ветки, прицелившись, ошибочно воспринял своего товарища, с которым он направился на охоту, за крупное рогатое животное. Пуля из карабина попала охотнику в ногу. Из-за поврежденной бедренной артерии началось сильное кровотечение, которое не удалось остановить своими силами. Раненый охотник скончался во время транспортировки. О ЧП в лесу сразу сообщили в полицию. Всех участников роковой охоты допросили. По факту неосторожного причинения смерти началось следствие. С учетом полного признания вины, извинений родственникам погибшего и возмещения им морального вреда, Каркировский суд решил не привлекать горе-охотника к уголовной ответственности. Назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 10 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала это решение и добилась пересмотра дела. Приговор огласили и на этот раз назначили Владимиру Крапивину уголовный штраф в 60 тысяч рублей. У него остается право подать апелляцию.